В Славянском районе продолжаются пожарно-тактические учения на объектах социальной сферы. На этой неделе эвакуацию людей и тушение пожара отработали в городском доме культуры. По легенде учений, возгорание произошло в городском доме культуры. На тушение огня приехало 6 единиц пожарно-спасательной техники, 15-го отряда Федеральной противопожарной службы и 42 человека личного состава. Также были задействованы аварийные службы горгаза, водоканала, электросетей и медицинские работники. Как только сработала пожарная сигнализация, все посетители и работники дома культуры были эвакуированы. Прибывшие огнеборцы за считанные секунды развернули пожарные рукава, подготовили выдвижную лестницу для тушения огня на верхних этажах здания. После того, как была одета вся необходимая экипировка, пожарные отправились в объятое огнем здание. Оставшихся, по легенде, в задымленном помещении людей вывели, надев на них специальные маски. Во время учений были отработаны порядок действий личного состава, приемы и способы спасения людей, а также проверена боевая готовность подразделений и техники. С поставленными задачами славянские пожарные справились на твердую четверку. Эвакуация персонала объекта, значит, осуществлена 100%. Вот, действия персонала отработаны, в принципе, отлично. Все свои обязанности знают. Вот, данный объект, в принципе, по противопожарной части, можем оценить его на хорошо. По большому счету. Есть моменты, которые, возможно, нужно будет доработать, невозможно, а нужно будет доработать. Но это мы в дальнейшем уже с администрацией Дома культуры уже будем дорабатывать. Какие-то, может, и у нас были ошибки. Все это мы в процессе. В общем, все прошло на оценку хорошо. Пожарно-тактические учения будут продолжены. Планируется проверить все социальные объекты. Анна Монастыренко, Игорь Иванчиков, Георгий Калинин. Программа «События».